Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Серии Silent Hill и Resident Evil в свое время стали основоположниками жанра survival horror, пугающими триллерами для взрослых. И если «Обитель зла» постепенно превратилась в чистый экшен, то Silent Hill остался верен оригинальной идее. Предлагаю вам посмотреть обзор последней части с подзаголовком «Homecoming» — «Возвращение домой». Это версия для Xbox 360, но игра выглядит идентично на PlayStation 3 и PC, поэтому обзор можно считать мультиплатформенным. Главный герой пятой серии — Алекс Шепард, вернувшийся в родной город Шепардс Глен с войны. А на родине все совсем плохо, куда хуже и даже страшнее, чем на фронте. Родственники Алекса бесследно пропали в соседнем Сайлент-Хилле. По городу шныряют чудовищные зомби и мутанты. Что делать? Надо идти и выручать пропавших близких. Ветеран войны спасает родственников. В любой другой игре мы бы увидели сплошной экшен, ураганную стрельбу и мясорубку. Но здесь все не так. Мир Silent Hill страшный, пугающий и неторопливый. Здесь традиционно страшны не столько сами монстры, сколько их ожидания. Главное отличие от предшественников — это главный герой, который может постоять за себя. Алекс умеет уклоняться от ударов, комбинировать атаки, активно использует пистолет и ружье. Достоинством игры стал хороший дизайн, во многом основанный на великолепном фильме «Silent Hill» режиссера Кристофера Ганна. Из кино сюда попали не только моменты перехода в другую реальность, но и некоторые хорошо знакомые монстры. К сожалению, все это не способно скрыть главные проблемы игры, среди которых устаревшая графика и удручающая вторичность. Разработчики не смогли или не захотели придумать что-то новое, или хотя бы создать визуально привлекательную картинку. Таким образом, Homecoming будет интересен только самым преданным фанам серии, которые еще помнят.